Давайте попробуем его завести. Пломба зимняя. Так, дверь открылась уже хорошо. Сейчас. Ух, коробка примерзла. Пропиликала. Что у нас за бортом? Холодно, минус 20. Вот здесь установлен зимний пакет. Можно сразу включить подогрев сидений. И как-то сразу теплее становится. Ну вот. Он даже дворнички работает. Можно посмотреть расход топлива. Я ездил. Замерз индикатор. Жидкокристаллический. 7,5 был расход.